біздің жалпы мынау нысанаға алған объектіміз бұл мынау Нұр Сұлтан қаласы қалалық мемлекеттік архивінің бүкіл 20-30 жылдарды қамтитын қоғамдық саяси оқиғаларға қатысты бүкіл жаңағы құжаттарды ғылыми айналымға енгізу. Енді өздеріңізге белгілі, тәуелсіздік алғаннан кейін бізде бұндай мемлекеттік комиссия саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөнінде бұл 92 жылы 91-92 жылдары жұмыс жасады, және ол кезеңде Манаш Қозыбаев бастаған үлкен тарихшылар қауымының жаңағы бізге берген цифрлық фактілері бұл негізінен саяси қуғын-сүргін сол сүргінге ұшыраған адамдардың жалпы санын анықтау мүмкін болды. Яғни бір ашаршылықтың өзін алатын болсақ, ол енді 17-18 жылдан басталады Түркістан өлкесінен, содан кейін барлығымызға белгілі 29-31 жылдардан бастау алатын конфискациядан кейін сол 32 жылдардағы ашаршылығында. Соның өзінде бізде фактілер былай сөйлейді. 1 миллион бірінші жаңа 17-18 жылы ашаршылық кезінде, одан кейін 700 мың 21-22 жылдар, және 31-33 жылдарда ол 2,2 миллион деп осылай көрсетеді. Ал енді бүгінгі ода бұл бір бағыт, ал екінші саяси репрессияның 37-38 жылдары бұл шарықтау шегіне жетті. Ол кезеңдегі құрбандардың санын қазіргі біздің тарихшыларымыз, зерттеуші ғалымдар 1,3-1,5 миллион шамасында айтып жүр. Жалпы саяси репрессиялар, мынау біздің Мәмбет Құлжабайұлы бастаған ғалымдардың негізгі еңбектерінде жалпы 19-шы ғасырдың соңы, яғни патшалық дәуірден және 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарының ортасына дейін созылды деп санайды. Мынау 50-60 жылдарға қарай жаңа айтып жатырмыз, Қазақстан елі көпұлтты қоғамға айналғандықтан қазақтың тілі, мәдениеті болса да тарихына қатысты мәселелердің барлығы шойылды деп айтуға болады. Бізде бір ғана мысал, қазақ мектептерінің санаты күрт төмен түсіп, оның орнына мынау орыс тілді мектептердің санаты көбейді. Тіпті сол кезеңдегі мынау санақ материалдарына жүгінсек, 1959 жылғы халық санағында Қазақстан халқының саны 9,300,000 деп көрсетеді. Әрине, ол біздің халықтың саны артты деп біз мақтандық. Дегенмен де осы сырттан келушілердің санатынан Қазақстандағы халықтың саны артқанмен таза қазақ халқының пайыздық үлесі небәрі 29% құрады. Міне осы кезде намысы бар, ұлттық жігерді бар саналы біздің азаматтарымыз бен азаматшаларымыз, әсіресе мынау студент жастарымыз өздерінің жүрген орталарында осы мәселені түсінді, ұғынды. Сондай ұйымның бірі осы Жас тұлпар ұйымы еді. Енді Жас тұлпар ұйымы әрине өзінің негізін Мәскеу қаласында қаласа да, олар әр жерлерде жүріп осындай ұлты үшін, жері үшін, елі үшін басын бәйгеге тіккен жастармен тікелей байланыста болды. Тек Жас тұлпар ұйымы ғана емес, бұл кезеңде Қазақстанда мысалы Есеп деген ұйым да болды. Енді Жас тұлпар ұйымы белгілі деңгейде өзінің мақсатына жетті деп айтуға болады. Себебі мынау бәрімізге таныс, бүгінгі Гүлдер ансамблі немесе Нұрмұқасан ансамбльдері тікелей осы қазақ халқының әнін, биін, аз да болса мәдениетін қайтадан жаңғырту мақсатында жұмыс жасай жаңағы құрылып осы күнге дейін жаңағы келіп жетті. Сол себепті де бұл ұйымның аз да болса халықтың, оның ішінде жастардың саяси санасын оятуға негіз болды деп айта аламыз. Надо сказать, что наша группа сталкивается с рядом таких проблем, которые
надо решать на более высоком уровне. Например, очень медленно в Казахстане идет цифровизация архивных документов, особенно засекреченных фондов. Поэтому это продлевает сроки изучения. К сожалению, хотя по сравнению с этим, допустим, на Украине, в России, все эти фонды большей частью рассекречены и доступны в онлайне. Поэтому мы можем, например, мы переписываемся с зарубежными архивами и быстрее получаем информацию там, нежели здесь. Второе. Мы сейчас работаем с потомками репрессированных, поскольку так получилось, что они вынуждены были покинуть Алмату. Я уже объясняла, что Алмата был столицей, поэтому здесь очень сильно работали органы слежки, органы преследования, и многие члены семей так называемых изменников Родины в рассыпную бросились просто в разные стороны. И в Бишкек тогдашние, уехали в Ташкент, другие государства, в Россию. Сейчас они постепенно, после обретения Казахстаном независимости, возвращаются. Это внуки, это снохи, это уже последующие поколения. Но у них на руках семейные архивы, что ценно. Фотографии, воспоминания. И мы с ними тоже работаем. То есть наша группа работает очень в разных направлениях. Читает дневники этих людей, неопубликованные, многие фотографии, дипломы, различные личные письма и переписки с друзьями их отцов и дедов помогают нам восстановить всю картину. Потому что в официальных бумагах, это, конечно, негативное, да, архивных документах, это негативная оценка их деятельности со стороны органов. В их семейных воспоминаниях это эмоциональная окраска. В трудах, дневниках деятелей самих это авторский взгляд. А фото и кинодокументы позволяют восстановить детали, потому что иногда по деталям можно увидеть, ну и по форме одежды, по манере письма, здания какие-то остались на фотографиях. Или графика арабская, латинская или кириллица позволяет датировать эти документы. Поэтому работа очень многогранная. И требует, конечно, большого количества вот времени, чтобы мы могли все это не только собрать, но и успеть проанализировать. Потому что мы должны и выявляем категории тех лиц, граждан Казахстана, которые до сих пор не выявлены, как подлежащие реабилитации. У нас очень ответственная миссия, и мы понимали степень ответственности, и поэтому первой задачей, которую мы поставили перед собой, это, конечно, изучение информации, в том числе закрытая информация, специальная информация, находящаяся в архивах Республики Казахстан и за его пределами. Основной нашей задачей это выявление нереабилитированных жертв политических репрессий, которые мы находили на базе вот этих лагерей НКВД ГУЛАГа. Мне бы хотелось один очень яркий пример привести. В первую очередь наши историки начали работать по трем направлениям. Первое – это, значит, в архивах Генпрокуратуры, связанные с лагерем Карлак в Карагандинской области. А второе направление, которое я возглавила, мы с научно-экспертным сообществом музейно-мемориального комплекса «Алжир» начали исследовать, казалось бы, на первый взгляд, очень интересную тематику об жертвах политических репрессий из числа казахстанок. И третье очень важное направление, которое мы вместе с Айганом Буркетпагельминовичем проводим и по сей день, это, конечно же, специальные архивы в Национальном архиве Республики Казахстан и в архивах КНБ Республики Казахстан. У нас есть много категорий жертв политических репрессий, которые по сегодняшнему законодательству, к сожалению, не подлежат реабилитации. Если мы посмотрим архивные документы, посмотрим ситуацию, которая была, скажем, в 1921 году, в 1930-31 годах, мы увидим, что
все критерии применения этого института, они налицо. Ни о каком мирном выражении протеста речи быть не могло, потому что советское уголовное законодательство того периода любое мирное выражение несогласия с действиями власти считало контрреволюционной деятельностью и уголовно преследовало. Права человека нарушались системно властью. В этом не может быть никаких сомнений, и причем нарушались базовые права, такие как право на жизнь. Мы о голоде 30-х годов прекрасно знаем. Поэтому у населения Казахстана не было иной возможности выразить свой протест, кроме как вооруженной борьбы. Буквально по каждому направлению, у нас отдельные группы работают в комиссии, да, по каждой группе жертв политических репрессий. И буквально вот по каждому направлению у нас есть такие методологические, теоретические вопросы, разбирая которые, мы позволяем даже не рассматривать дела осужденных по существу. Мы даже предлагали изменить сам порядок реабилитации жертв политических репрессий, то есть рассматривать их не индивидуально, вот, а как в свое время выносились приговоры, прямо списком. Потому что по многим жертвам политических репрессий, если исходить из сегодняшнего законодательства, мы не можем их реабилитировать просто потому, что по ним нет материалов следственных дел. Поэтому моментов теоретического, методологического характера при рассмотрении каждой категории осужденных очень много, и подкомиссия очень тщательно, с учетом международной практики, старается разобраться.